Так, посмотрели мы рекламку немножко. И еще можем... Еще можем немножко повоевать с вертолетами. Эх. Здоровья мало. Здоровья мало у меня. Так, ну давайте на этого испустим свои бомбочки, когда получится, нет? Давай. Ой, молодец, молодец. Но очень мало что-то мы ему урон унесли. Попробуем его прожаривать. Ух ты, вот он дамажит, а. Давай. Есть. Уничтожили. Так, ну все. А, нет, смотри, вот лазерную пасть нужно. Ну, как-то нужно его. Я даже знаю, куда я встану. Вот здесь я встану. Вот сюда. И подождем, пока он доедет сюда. Опа, все. Видишь, какой он дурачок. Он не может мне попасть своей лазерной пушкой. Давай его сейчас быстренько прожаривать. Отлично. Почти что 3000 ребята мы набрали. Но этого, кстати, повелителя, наверное, не получится нам уничтожить. К сожалению. О! Нет, он меня все сжег нафиг. Ну, итого 2760 мы, в принципе, рекорд. Только много заработать монеток редко удается. Давайте поиграем, ребятушки, в схватка с боссом. И выберем на этот раз титан. Ну, только возьмем не силовой щит, а ремкомплект возьмем с собой. Все, будем играть на красном танке. Ну вот, летний у нас режим. Итого у нас 2600 монет. Сейчас будем ждать. Раз выстрел, два, три. Три выстрела. Но он меня попал еще, это очень плохо. Армада, следующий танк. Надо будет сюда немножко отъедем назад и вперед. Так, попадаем? Нет, сейчас будем стрелять. О, да, попадание. Есть. Готов. Он даже мне ничего не сделал. Надо стрелять, ребята, на упреждение. Вот так вот здесь я встану сейчас. И должен, в принципе, попадать в него. Есть. Два удара сделаем. Третий, четвертый и пятый. А-а-а, ты все-таки выстрелил мне. Смотри, как быстро танки они возрождаются. Батюшки, свет. Смотри, уже как близко ко мне подошел. Это вообще нормально. Офигеть. Ребята, ну, разработчики, вы что делаете? Вы что делаете, разработчики? Я не успеваю даже подъехать никуда. На тебе. Еще один удар. Да, нет, что не попал. Есть. Попадание. Следующий у нас. Бомбардир. Ну давай, лети сюда. Раз, два, три. Еще один ударчик тебе надо. Еще один, слушай, чувак. Вот так. Отлично. Уничтожили. А, лазерная пасть. Какой красавчик, а? Лазерная пасть. Стреляем. Стреляем, надо его уничтожать до подъезда ко мне. Икс. Что-то далеко. Ау, первое попадание пошло, блин. А я отъехал уже, ладно. Отсюда будем стрелять. О, попадаю. Вот, я ему не буду давать подъехать ко мне. На. Ах ты какой гад, смотри куда. Аж близко подъехал. Ах, ну урон мне не нанес. Ну что ж, повелитель у нас. Ну давай, лети сюда. Повелитель. Красавчик тоже. Есть. Ух ты. Ух ты. На. Готов. Так, мне нужно 4000 монет как минимум. Мне нужно купить Алкусу новый скин. Красивый. Алкусу.
Дорого стоит, 4000. О, удар грома, давай. А, фига, смотри, что творит. Не попадешь, я спрятался уже. Так, ребята, нужно подъезжать. Прям вплотную к танку. Вот это опаснее, конечно, опаснее. Сейчас попробуем его так вот уничтожить. Да где он там? Все. О, попадание. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. 5 выстрелов надо было в него попасть. Легиончик. Ну давай, давай сюда. Едь ко мне. Так, ну что ж. О, пошел, пошло попадание. А, нет, вот слишком близко он подъехал уже. Надо отсюда стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как опасно, ребят. Очень опасно, вот здесь я спрячусь, попробую. Ну, он хитрый, он знает, как стрелять, конечно. Да, подлечиться мне не мешало бы сейчас. Дыпс. Либо попозже, ну давайте попозже немножко подлечимся. После пнута. После пнута подлечимся. Всё, теперь можно уже подлечиться. А, нет, мне не дадут вертолёчки это сделать. Мне нельзя время терять. Да ё-моё. Вы чё творят? Ну, один раз мы в него попали. Раз. Два. Три. Четыре. Ещё один удар. Пять. Ну вот. Уничтожил наш враг. Бомбардир. Давай, давай, давай. Раз, два, три. А, ты мимо. Ну ты бомбочками с ним стреляй. А, а что ж ты будешь делать? Он далеко еще не отлетает. Опасно такой тип. Давай, еще мне нужно. Еще один удар. Да сколько тебе ударов-то надо? Эх, 3600 всего лишь. Давай подлечимся. Уже подлечиться надо. Пока мы лазерную пасть будем ждать. Так, ну особо-то и не подлечились, конечно. Ну ладно, хоть столько. Все, стреляем. Пытаемся уничтожить его. Он на подходе. Во, первое попадание. Второе. Ну все, сейчас мы его добьем. Так, давайте поближе подъедем. Сюда, чтобы он меня не попал. На. На тебе, еще один ударчик. Еще надо тебе. Да сколько тебя стрелять там можно? Вот, повелитель уже. Тоже сложный, сложно, сложно там. Декс. Может будем его попадать. Его попадание есть. Два, три, четыре, пять и шесть. Шесть ударов на него пришлось потратить. Ну, удар грома, в принципе. Ну, пусть едет, пусть едет. Я его сейчас отщелкаю. Стоп, вот здесь встаем и стреляем. Пока мы в него не попадаем. О, вижу. Поближе подъедем. А тут сюда встанем. О, нет, нет, сейчас меня будут стрелять. Смотри, ранил меня. Ну все, 4000 монет есть. Так что мы Атласа купим невидимую броню. И, может быть, немножко подзаработаем денежек, чтобы его прокачать, Атлас. Да, его прокачивать надо. Ох-ох-ох-ох, смотри, как близко подъехал до меня. На, сейчас убьет. А, уничтожил.